выступления остаются считанные минуты. Ученица 7-й музыкальной школы Алена Ключикова повторяет концертную программу. Для нее это уже не первый музыкальный конкурс. Игре на домре она обучается 3 года и уверена, выступление перед публикой – это хороший опыт, который помогает оттачивать свое мастерство. Когда играла, пальцы разрабатывают, что потом еще это лучше играла. Конкурс для молодых дарований проходит при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики уже несколько десятилетий. Для многих участников это первое в жизни такое испытание. Показать свое мастерство в этом году пришли почти 100 ребят из разных музыкальных школ города. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Всех участников распределили по группам. В программе выступления гитаристов, пианистов, баянистов и аккордеонистов. Момент успеха у маленького ребенка, у маленького человечка всегда должен присутствовать. Момент успеха. Конечно, для него это, для сцены, это наши аплодисменты. Это его награда, это его потом память в будущем, а в дальнейшем стимулирует к хорошей высокой учебе и чтобы получился, ну, может быть, выдающийся музыкант. Мы отмечаем практически каждого ребенка, давая возможность ему полюбить свой инструмент, привить ему любовь. Мы пытаемся не как большой конкурс, так как в спортивном интересе, а дать возможность даже ребенку, который неудачно выступил. Я придумал такие, например, названия, как «Это наша надежда», «Приз надежда», «Это наше будущее музыкальное». Вот, чтобы дети как бы остались награжденных. Музыкальные дебюты – отличный старт для будущих выступлений, говорят педагоги. Победители конкурса смогут принять участие в более масштабных фестивалях регионального и федерального уровня. Организаторы обещают, в финале конкурса без награды не останется никто. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».